عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان مناموز ایتل میز خار الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان مناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان مناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Есть будешь? Как сидите? Да нет, спасибо. Все в порядке, сынок? Почему у тебя нет настроения? У Абдулла Акеш жена умерла, поэтому мы были на похоронах. Боже мой. Недавно здоровая ходила, как это так? Нет, мама, пап, я говорю про его вторую жену. У него еще и вторая жена есть? Вообще, она была хронически больна. Кем бы она ни была, пусть земля будет пухом, аминь, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Дай Бог, пусть так и будет, пап. Ладно, я пойду отдохну. Иди, сынок. Бедная. Человек не знает, когда к нему придет смерть, дорогой, правда? Конечно, не знаем. Ну что еще скажешь, любимый? Смерть наша только в руках Создателя. Бедная мама умерла, не почувствовав радости этой жизни. Так не говори. У вас была семья, которой все завидовали. Оставься. Я правду говорю. Что б там ни было, папа твой вас любил. Нет. Мама всегда ждала в надежде, что он вернется. Даже перед тем, как умереть, она была точно в таком же состоянии. Ты не думай о таких вещах, хорошо? Только себя мучаешь. Договорились? Нет. Я этого так не оставлю. Они за все ответят. Обязательно ответят. Оставь, Хилола. Забудь об этом. Нет. Никогда не забуду. Вот теперь они у меня посмотрят. Они теперь увидят, кто она такая, настоящая Хилола. Да-да-да, папа нормально себя чувствует. Спросите, как он, мамочка? В зале сидит. Не переживай.
присмотрю. Почему с Рисалатапа само по себе так произошло? Газаль, она не сама по себе. Она была больна. Хорошо, у нее был сахарный диабет. Но она же ходила, лечилась. К тому же, когда ей было плохо, папа ее не оставлял одну? Дочка, дело не в ее сахаре. У нее была более серьезная болезнь. Что за болезнь? Она это никому не показывала. У нее была опухоль мозга, она знала, что уйдет. Почему тогда она никому не сказала? Не хотела никого пугать, портить настроение другим. А вы откуда это знаете? Она ходила в клинику, где я работала. Оттуда и узнала. Бедная, у нее столько всего накопилось на душе, она никому не говорила. Да, ну что скажешь теперь? Как ты сама? Что теперь будешь делать сегодня? Вот, хожу, что-то делаю, чтобы добиться Алишираке. Вы и на похороны не пустили. Наверное, папа обиделся. Не обидится, не думай. Пусть спасибо скажет, что я пошла. Горбаке. Не будете спать? Буду. Я здесь хочу спать. Потом зайдете в комнату? Не зайду, здесь буду спать. Ну все, хватит уже. Каждый день одно и то же. Хорошо освоились, да? Иди, не морочь мне голову. Все, иди, все, спи. Ну все, простите теперь, пожалуйста. Не трогай меня. Ну до каких пор мы будем так жить? До твоей смерти. Всю жизнь, поняла? Если не нравится, можешь идти куда хочешь. Алишираке? Mm. Что-то случилось? А что должно случиться? Я же сказал, что мама Хилолы умерла. Нет, это самое, я хотела спросить, этот Галиб пришел? Нет еще. Остался из-за похорон, завтра встретимся. Алишираке, зачем вам устраивать этот ДНК? Нет, я хочу сказать... Чего вы хотите добиться этим? Мы же все равно ребенка отдали Батыраке, правильно? Хочу закрыть рот этому Галибу. Этот парень мне сильно надоел. Хорошо, но какая вам в этом выгода? Если ребенок от Галиба, вы отдадите Галибу? Я... Что ты сказала? Нет, ничего, я... Что ты сказала? Нет, я нечаянно... Что, ребенок может быть еще и от Галиба? Нет, нет, я просто хотела сказать, что судьба ребенка уже известна. Гульнара, если этот ребенок окажется от Галиба, то я тебя следом за сестрой к отцу отправлю, понятно? Поняла, поняла. Алишираке, поняла. Почему так смотрите? Не могу на вас насмотреться, милая. Не можете насмотреться? А еще говорите, что отдадите ребенка. Дельнос, я сегодня не смог сказать Алишеру, что у нас будет ребенок. Вы еще хотели сказать? Утром столько готовила же вас. Куда все ушло это? И я тоже не хочу отдавать, но совесть... мучает меня, потому что он отдал нам ребенка, понимаешь? Сколько бы ни страдал, отдал же нам Дельнос. Почему теперь я не могу отдать? Пожалуйста, Батыраке, умоляю вас, одумайтесь. Пусть ребенок останется с нами. Ведь Умиджон уже давно стал нашим сыном. Ты права. Он наш ребенок. Если вы снова будете об этом говорить, то я обижусь. Хорошо. Но оказывается, завтра мы должны отвезти ребенка.
Куда? Алишер и Галиб хотят провести тест ДНК ребенка. Поэтому сказали принести хотя бы его в голос. Что вы говорите? Какой еще ДНК, батраке? Галиб же есть. Он подал на Алишера в суд. Алишер должен доказать, что это его ребенок. А если это не его ребенок? А если на самом деле ребенок от Галиба, то что будет? Что будет? Они заберут ребенка, правильно? Ассалам алейкум. Валейкум ассалам, как ты? Да, не заждались. Я уже привык ждать. Так говорите, будто я каждый раз опаздываю. Наша жизнь задерживается. Ну хватит уже со своей философией. Мы хотели справить свадьбу, но до каких пор мы так будем ходить? Пока родные не смирятся. А если не смирятся? Смириться. Что им еще делать, как не смириться? Может, сбежим на несколько дней? Нет. От силы на 1-2 дня. Когда вернемся, твой брат и папа сами назначат дату свадьбы. Папа и брат не из таких. После того, как вы придете, они убьют и меня, и вас. Понятно? Хорошо. Кого-кого, но тебя не ждал. Как ты сюда зашла? Справилась. Почему ты надела платок? Я в трауре. Что? Кто умер? Гузаль в порядке? Может, ты скажешь, кто умер? Почему молчишь? Ваша Гузаль жива, но в скором времени умрет. Что случилось вообще? Мама скончалась. Аллах пусть помилует. Спасибо. Все это только слова. Но огонь внутри меня не погаснет. Что ты вообще хочешь сказать, Хилол? Опять в этом обвиняешь Гузаль? Да. Именно они виноваты. Ее отец, мать, все. Хилол, может, хватит всем этим заниматься? Слушай меня, ты все равно всех не сможешь убить. Вы меня не обманете такими словами. Нет. Но ты, наверное, не просто так пришла ко мне. Или же ты мне хочешь угрожать, Гузаль? Говори, что тебе нужно? Что ты хочешь? Говорю же. Я хочу их жизни. Слушай меня, Хилола. Если с моей жены упадет хотя бы один волосок, я всю твою жизнь уничтожу. Ты же меня знаешь, да? Вы хотите защищать ее здесь, сейчас, в этом мире, в этом месте. А она, с тех пор, как вы сидите в тюрьме, сама бросилась в объятия Алишера. Эй! Ты что, бредишь, Хилола? Вашей жены теперь нет. Я хочу сказать, что вы упустили ее из рук. Нет, Хилола, твои уловки мне пройдут. А это не уловки. Уловкам нужно учиться у вашей жены. Она не у вас, не у мамы дома. Она сейчас живет отдельно, в квартире, вместе с Алишера Кя. Если не знали, теперь знайте. Но да, вы все равно не поверите.
Почему вы не верите? Говорите. Она хоть раз пришла навестить вас. Вы, наверное, даже по телефону не слышали ее голоса. Еще говорите, что ваша жена любит вас. И почему вы такой наивный? Откройте пошире глаза. Все намного сложнее. Мамочка, пришли. Я ухожу на работу. Гульнара, и ты выходи. В машине подожду. Ой, а куда ты увозишь невестку? У нас с Гульнарой есть кое-какие дела, мам. Ладно, хорошо оставаться. А, сейчас, мамочка. Алишераке! Алишераке! Что с ними случилось? Алишераке, не спешите. Поторопись, по дороге скажешь то, что ты хочешь сказать. Куда мы поедем? Проведем ДНК ребенку. Давай скорее. А зачем? Что я там буду делать? Быстрее выходи, заодно и со своим ребенком увидишься. Давай быстрее. Нет, я не пойду. Не пойду. Это почему? Мне не здоровится, вот и все. Гульнара, я предупреждаю. У меня нет терпения играть в игры. Я сейчас на грани нервного срыва. Это не игра. Я говорю правду. Мне не здоровится. Езжайте без меня, пожалуйста, ладно? Пожалуйста. Я тебе сказал, сейчас же пойди и оденься, Гульнара. Хорошо, даже если тебе не здоровится, и что? Даже если умрешь, я твой труп потащу. Оставаться даже и не думай. Давай быстрее. Быстрее давай. Случилось, сынок? Все нормально, мам. Невестку вашу жду. Куда ты хочешь ее отвезти? Мамочка, я же сказал, у нас есть дела. Ей не здоровится. Не понял. Что ты не понимаешь? Она не сможет выйти. Завтра отвезешь. Мам, мы должны сегодня поехать. Я же говорю, ей не здоровится. Стой на месте. Сегодня езжай сам. Ну что ты упрямишься? Сынок, что с тобой? Что, она вам сразу пошла и рассказала? Что, вы тоже защищаете ее? Что она должна рассказать? Ты хотел ее на улицу бросить? Что ты хочешь сделать? Ничего. Да ладно, счастливо оставаться. Алишер. Стой, Алишер. Ассалам алейкум. Все в порядке? Как вы? Почему пришли с утра пораньше? Как ты? Подумала, дай навещу тебя. Ну, позвонили бы. Я сейчас кое-куда ухожу. Куда? Ты куда-то спешишь? Да, в одно место нужно сходить. Давай поговорим. У меня к тебе серьезный разговор. Быстрее говорите, я опаздываю, пожалуйста. Это самое, можно поговорить в сторонке? Сестра, я очень спешу, давайте потом поговорим. Тогда как приду, поговорим. Нет, Галиб, это самое... Можно ли вернуть дом на имя твоего зятя? Можно, но почему вы так вдруг изменились? Почему это вдруг? Давай переоформим и все. Хорошо, переоформим. Потом проблем не будет. Какие проблемы? Ну, то, что зять сидел, закон, суда, что ли. Короче, такие вещи. Все же уже обошлось. Ничего не будет, наверное. Хорошо, если проблем не будет, тогда потом решим,
У меня есть дела. Хорошо, потом увидимся. Хорошо, ладно. Еще поговорим потом. Ты не опаздывай, езжай. Ладно, давай. Всего хорошего. Пока. Спасибо. А вас подбросить домой? Нет, у меня есть дела. А, ну ладно. Хорошо. В чем дело? Ничего, мамочка, просто я не хотела ехать. Нет, дорогая, так не пойдет. Вы мне все расскажете. Куда мой сын хотел вас отвезти? Почему вы так боитесь? Не молчите. Это самое... Мамочка... Не тяните, говорите уже. Как же сказать? Этот... Галиб же есть? Ну? Что он опять сделал? Он клевещет на меня, говорит, что ребенок его. Опять началось. Да, мамочка. Я лишь Рекях поехал делать ДНК. Что? Он хочет делать ДНК? Поэтому я не хотела ехать с ним. О чем Алишер думает? Господи. Я не знаю. Этот Галиб лишь бы с ума не свел моего сына. Теперь такие вещи к чему, мамочка? Ведь и ребенка отдали Батыру, чтобы там ни было. Он же теперь чей-то ребенок, правильно? От Галиба или от Алишера, какая разница здесь? Что это вы такое говорите, дочка? Что мне делать, мамочка? Я уже устала. Мне все надоело. Мне тоже хочется жить спокойно с мужем. Что было, то прошло, правильно, мамочка? Марифат, как ты? Дальшот, как ты? Да, хорошо, спасибо. Садись в машину, отвезу. Нет, я сама доберусь. Спасибо. Может, ты все-таки сядешь? Мне все равно в эту сторону ехать. Всегда откуда-то появляешься, да? Я не слежу за тобой. Просто каждый день появляешься передо мной. Серьезно? Да, я честно говорю. Ну, сама как... Неплохо. Слава богу. Почему-то немного изменилось. И на звонки мои не отвечаешь. Все равно... Анвар Акия заставляет делать то, нет, что сказал? Я сама решаю, что мне делать. Но и в его словах есть смысл. Может, хватит, Марифат. Эти дела теперь уже в прошлом. Почему теперь мы должны рушить свое будущее? Не знаю. Я из-за тебя и с ними поругалась. Брат покойного мужа обиделся на меня, понимаешь? А ты? Ты в порядке? На них или на меня не обиделась, надеюсь? Оставь их, Марифат. Лучше о себе подумай. Я так не смогу сделать. Они мне не чужие. А они о тебе думают? Они только о себе думают. Почему, если им не нравится, мы не должны строить семью? Смотри, они наслаждаются жизнью. А что происходит у тебя внутри? Знаю. Только лишь я. Я не страдаю, все хорошо, все нормально, говоришь. Не пытайся меня обмануть. Насколько тебе трудно, знаю только я. Потому что я тоже в таком же состоянии, как и ты.
Алишер, я думаю, это очень глупый поступок. Знаю. Но он заставляет это сделать. Знаешь, Алишер, он специально это затеял, чтобы подействовать на твои нервы. И добивается этого. Что будет, то будет. Я ему в последний раз это по-хорошему объясню. Если и на этом не остановится, я с ним по-другому поговорю. Понятно. Простите, чтобы определить ДНК ребенка, вы принесли что-нибудь? Вот его волосинка. Пойдет? А? Подождите, сейчас увидим. Алишер, Дельноза очень боится, что если ребенок окажется от Галиба, то Галиб заберет ребенка. Батыр, такого не будет. Как это? Все, этой теме сегодня поставим точку. Угу. Но если ребенок окажется от него... Что ты говоришь? Ребенок мой. Ты думаешь, о чем говоришь? Все-все. Ты знаешь, зачем я делаю ДНК? Чтобы избавиться от этой сволочи. Я понял. Ассалам алейкум, не уставайте. Как вы, брат? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Проходите. Да-да, идемте, давайте, идемте. Алишер. Можно, да? Что бы там ни было, ты держи себя в руках, хорошо? Ладно? Ладно. Ты иди на работу, чтобы мы оба не пропали, хорошо? Хорошо. Пока. Ой. Алишерики. Алло, Лола. Гульнара, как ты? Да. Нет, очень плохо, очень плохо. Что случилось? Все в порядке? Сейчас Алишераке вместе с Галибом пошли делать ДНК ребенку. Что? Почему ты не остановила их? Как я остановлю? Я сама еле как осталась в доме, вмешав мамочку. И он меня хотел забрать с собой. А как же иначе? Вчера с тобой о чем говорили? Мужу правду ты должна была сказать. Как я скажу? Он же меня убьет. Я не могу сказать, Лола. Теперь, если узнает рядом с Галибом, мне будет ли хуже? Как ты думаешь? Уф, что же теперь будет? Сейчас ты где? Дома, я дома. Ты звонила Галибу? Нет. Звонила один раз, не поднял. Ясно. Ты же сама вчера слышала, что бы ни было, он не отступит назад, Лола. Сделай, как я сказала. Еще не поздно. Позвони мужу и расскажи все. Хорошо. Ладно. Валикум ассалам. Классно. Там, где есть знакомые, дела действительно быстро решаются, оказывается. Хочу скорее избавиться от тебя, поэтому... Хорошо. Слушайте, лишь бы избавиться от меня, вы случайно деньги не дали, чтобы подделать ДНК? Сволочь. Не все такие подлецы, как ты. Хорошо. Вы воду взяли? Сегодня для вас будет тяжелый день. Ты знаешь, что тебя сейчас бережет? И что же? То, что в скором времени ответ ДНК выйдет. Ты отсюда уйдешь и опозоришься. А пока, чтобы я с тобой ничего не сделал, тихо сиди. Ага. А что вы сейчас злитесь? Мы же до сюда дошли, теперь мы должны быть готовыми ко всему, как я, так и вы. Брат, у меня к вам есть один вопрос. Говори. Ну, если же все-таки ребенок окажется не от вас, если быть еще откровеннее, окажется мой, заберете ли вы сына от этого вашего друга с причудами? М? Лучше я скажу, потому что мой ответ ясен.
Ребенок мой. Если и после ответа ДНК я тебя еще раз увижу, твоя новая женушка может остаться вдовой. Ты понял меня? Хорошо, хорошо. Сестричка, сколько сахара положить? Пусть будет сладкий или горьковатый? Почему я раньше не заметила? Вы это о чем? Что ты, как змея, себя ведешь? Прям как две капли воды. Ну, хватит. Вы что, оскорблять меня пришли? Этих слов слишком мало, чтобы тебя оскорблять. Что бы там ни было, я рада, что вы пришли. Мне было очень скучно. Хватит лыбиться. Не нужно мне играть роль. Я вам правду говорю. А если я вдруг скажу, братишке, какая ты на самом деле, ты знаешь, что будет потом? И что же? Пусть это будет для тебя сюрпризом. Когда я расскажу это все ему, тогда и узнаешь. Нет, не скажете. Почему это? Если бы вы хотели сказать, то в тот же день бы сказали, правильно? Когда я вижу твою морду, меня сразу тошнит. Успокойтесь. Я уважаю вас, вы гость. Нельзя говорить все, что попало. Лучше скажите, что мне приготовить на вечер? Мы могли бы хорошо посидеть, поговорить. Я к тебе не в гости пришла. Я пришла предупредить. Знай одно. Не думай, что ты взяла в руки эту семью. Ты еще за все расплатишься. Еще посмотрим. Я должна сказать. Как бы там ни было, я должна сказать. О, Боже мой, дай мне сил. Уф. Что же там произошло? Все узнал? И едет домой, наверное. Если приедет домой, что же я скажу? Как вы, брат? Хорошо, спасибо. Куда собралась? Я ухожу. Куда уходишь? Вам лучше не знать. Гузаль, надеюсь, никому не говорят, ты не сбегаешь? Я никому и не нужна. Жизнь и смысла не осталось. Но в последний раз хочу увидеть Алишираке. У меня есть что ему сказать. Может, хватит, Гузаль. Для такой сильной девушки, как ты, такие слова не подходят. Гузаль, кстати, Алишер сейчас не здесь. А где он? Все в порядке? Да, он в порядке. Он пошел делать ДНК ребенку.
Что? Зачем? Ну, так называемый Галиб, ребенка Алишера, проводит судебное разбирательство. Как это? Что, Гульнара и после свадьбы ходила, изменяла Алишераке? Честно, не знаю, Гузаль, не знаю. Не спрашивай меня о таких вещах. Вообще, я тебе не должен был говорить такие вещи. Скажите сейчас же, в какой они клинике находятся? Вот, итоги ДНК готовы. Спасибо, спасибо. Вот, почитай, глаза пошире раскрой. Почитай, почитай. Отец ребенка я. Я тебя предупреждал, да? А теперь не показывайся мне на глаза. Этого не может быть! Вы подделали! Ты с ума не сошел? Я не сошел с ума! Этого не может быть, понимаете? Пошлите в другое место, проверим. Хватит ума! У тебя с головой все в порядке? Твои глаза не видят, что ли? Вот это не видишь? Печать не видишь, что ли? Это все вранье! Все заранее запланировано! Алишераке, не делайте ДНК, сейчас же возвращайтесь домой. Пожалуйста, говорю это, чтобы вам не было стыдно перед Галибом. Ребенок от него. Простите меня. Пойдете? Идемте, пойдем в другое место, проверим. Я не верю этой бумажке. Вы там договорились. Что там сделали? Слушай меня, сволочь. Исчезни из моей жизни. Оставь меня в покое, мерзкий. Я тебе все доказал. А теперь уходи, уйди, уйди. Уйди, я тебе сказал. Все в порядке? Что случилось? Где твой доктор? Он ушел на обед. А что такое? Вот это ты писала? Да, я писала, глядя на аппарат. Это настоящее? Что вы такое говорите? Слушай меня, я тебя по-хорошему спрашиваю. Этот ответ. Настоящий, говорю. Нет, 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 моей вины здесь нет. Это ведь... Ваш доктор попросил сам. Что? Батыракя попросил меня, поэтому... Я написала ваше имя. Где настоящий? Настоящий где? Здесь, на столе. Возьми, возьми! Я думаю, мне даже не нужно смотреть на ответ, потому что по твоей морде все видно. Ну что, мужик, что я тебе говорил? Я тебе говорил, что ребенок мой, а? И кто теперь тут опозорен?
Чай я сама налью, дорогой. Ставьте. Берите. Вот. Что случилось? Извините. Все в порядке, дочка? Я в порядке. Спасибо, папочка. Приятного аппетита. Сами не будете есть? Нет, мамочка, я не голодна. Не понял. Все хорошо, милая. Почему невестка такая? Не знаю. Будет? Я тоже удивлена. Ешьте, пожалуйста. Алло, Алишераке? Алишераке, вы слышите? Не знаю. Что значит «не знаю»? Или же ребенок оказался от Галиба? Алло, Алишераке, можете что-нибудь сказать? Алишераке, вы слышите меня? Алло? Алло? Не мой. Оказывается. Что? Ребенок не от меня, оказывается. Алишераке, где вы сейчас? Я приеду. Я приеду. Где я? Yolg'on mu nomus, tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.